Всем привет, с вами Даша Дым. И пока нет Давы, я решила поразбивать его чашки. А пока подписывайся на канал и ставь лайки. Лайки. Мы будем ронять чашки с высоты 90 сантиметров для воссоздания ситуации падения чашки с барной стойки об кафельный пол. И первая чашечка у нас будет... Ну а первая чашечка у нас Cosmo Bowl Хорека. Поехали! К сожалению, к использованию она не пригодна. Идем дальше. Ну а следующая чашечка у нас Дава Дым совместно с Green Bowl. Чашка, в принципе, вполне пригодна для курения, но мы хотим ее разбить до конца. К сожалению, она нахер никому теперь не нужна. Ну а следующая у нас турка от гончара. Ну что, испробуем? Как будто мачете херанули, но мы ее добьем. К сожалению, не так уж и крут ваш гончар. Следующая у нас Ален от Cosmo Bowl. Посмотрим, как оно выдержит падение. Марик, привет! Каюк пришел, только ножки. Добьем ее. К сожалению, она непригодна. Идем дальше. Ну а следующая чашечка у нас РФ белая глина. Мне кажется, она разобьется с первого раза. Как я и сказала, она свое отжила. Ну а мы идем к следующей чашке. А следующая чашечка «Пираты Карибского моря» от Cosmo Bowl. Пираты Карибского моря! Пираты, вперед! Пиратик оказался крепким орешком. Проверим его еще раз. Скажу я вам, ребятки, чашка не так уж и слаба. Она даже не разбилась напополам. Но мы идем дальше. А теперь у нас в гостях апер с текстурой дерева. Ну что, посмотрим, на что она способна. Она прошла тест на падение с барной стойки, но нам надо ее добить. Упс. Лопнула прям как старая дряхлая деревяшка. Но следующая чашечка у нас от ВТО. Или же они крепкие, как их табак? Проверим. Давушка, наверное, опечалится. А вот и примчал апгрейд от Cosmo Bowl. Нефиг делать, плагиат. Yeah. Она жива, но это все равно плагиат. Yeah. Ладно, беру свои слова назад. Она живая. Ну и напоследочек у нас Джокер от Демарта. Я уверена, что она не разобьется, но мы ее всего лишь один раз кинем, так как она расхерачит нам кафель. Ну что, крепчай, кафелек. Нихера, ребятки, вы это видите? Она реально проломила мне кафель. Причем он туда вовнутрь шел кусок. Меня Давушка убьет. Это все, что в ней пострадало? Но мы дальше рисковать не будем, кафель дороже. Ну что ж, наш краш-тест закончен. Всем спасибо за просмотр. С вами была Даша Дым. Пока-пока!
Если ты хочешь больше жести, ссылочка для пожертвования в описании.